Вот такой вот воздушный шарфик у меня получился. Он очень-очень мягкий, нежный, как облачко. Вяжется очень просто лицевой гладью. Из ниток махер на шелке. Италия. Так, 75% махера, 25 шелка. 25 грамм, 200 метров. На такой шарфик у меня ушло 3 моточка. Спицы я брала 3,5, можно побольше, 4. Очень плотно получилось. Вот, можно носить на голове. Он очень-очень теплый. После ВТО он еще распушится. А можно просто на шее сделать шарфиком. Очень крутой. На любое платье можно накинуть, будет как аксессуар.